Вот, уважаемые подписчики, принесли нам первое блюдо. Свинина на чугуне стоит 58 юаней. Очень оно жаренькое, горяченькое. Вот салатик харбинский принесли. Это полпорции. Это порция. Сколько салат у нас? 14, да? Да. 14 юаней. 1 юань, я считаю, как 5 рублей стоит. Ну, считайте, 70 рублей салат. Этот порция 300 рублей. Видите, оно все шкварчит, запах, такой аромат. Колорит, вообще, да? Красота. Китайский. Но мы находимся, напомню, в ресторане «Музыка». Здесь своеобразный интернет. Интерьер интернет. Кстати, насчет интернета надо узнать, есть он или нет. Вот. По вечерам здесь есть диджей с музыкой, все дела. Шест, танцы до упаду, медузы висят. Красота. Сейчас будем кушать, еще салатик принесу. Хочу вам еще раз показать. Красиво, вкусно, запах обалдеть. Все с пылу жару, горячее. Обалдеть. Вкуснятина. Блюдо стоит 300 рублей. Практически. А у нас во Владивостоке? Ну, будет дороже стоить. Наверное, еще салатик принесли. Это цезарь. Тоже это полпорции, заметьте, друзья. Полпорции. Очень вкусно. Что у нас тут? Ну, обычный, да? Вернее, необычного, по-другому как-то приготовлен. А, все красиво, вкуснятина. Стоит 22 юаня. Все, мы будем кушать. Ням-ням. Спасибо, всем приятного аппетита. Пока-пока.